Видите, что меня здесь не было 3 недели. Сигурно забелязахте, че меня маше 3 седмици. 1 неделю мы были половиной составом на Трездиесе. 1 седмица бяхме с половината от църквата на Трездиес. Это было великолепно, я приняла там водное крещение. Било великолепно, приех водно покръстване там. Очень счастлива этому. Много сам счастлива от този факт. И после этого я сразу же поехала домой в Россию. И след това се прибрах вкъщи в Русия. И водное крещение, слава Богу, я приняла вовремя. И слава на Бога, че водното покръстване го приех на время. Что ни день, то было испытание, и благословение от Бога ощущалось как никогда. Всеки ден имах някакви испытания, и благословението на Бог се усещаше както никога. Както ви... никога? Да. Да, и свидетельство можно говорить о каждом дне. И могу да свидетелствам за всякий един ден. Ну, мы тогда останемся здесь на весь день, поэтому... Ну, тогава ще останем цял ден тук. Я расскажу о дороге обратно. Ще ви разкажа за пътя си обратно. Ибо весь день — это огромное свидетельство вмешательства Бога в нашу жизнь. Понеже целият този ден е едно голямо свидетелство за това как Бог се намесва в нашия живот. Дорога была сложная, я больше суток добиралась из Нижнего Новгорода до Варны. Путь был много труден и дълъг. Около 1 день се връщах от Нижний Новгород до Варна. Да, и ехал я со своей сестрой до Стамбула. И с моей сестрой путовахме до Истанбул. И так вышло, что в Москве нам нужно было перерегистрироваться и забирать чемоданы и снова их сдавать в другом терминале. И така стана, в Москва трябваше да пререгистрираме своя багаж. Да, и это было что-то невероятное. Там было порядка 300 человек на 5 стоек регистрации. И това было нечто невероятное. Имаше около 300 души за 5 терминала. Я никогда такого не видела, а летала я за много. За 5 кишета. Никога не съм виждала нечто подобное. А время поджимает. А времето всъщност истича. То есть я уже понимаю, что либо я оставляю чемодан и улетаю. И аз разбирам вече или оставим багажа и излитам. Но там много ценных вещей. Но има много ценни неща там. Либо что-нибудь придумываем. Или нечто измислим. И я отправила свою сестру искать свободную, ну, более-менее свободные стойки регистрации. Изпратих сестрами да потърси по-свободно гише. И там она приходит, говорит, там в углу есть какая-то синяя, обычная, но там всего человек 7-10. И тя ми каза, че там в ъгъла има едно синьо гише, сякаш обикновено, но има около 7 човека. Ну, мы берем свои пожитки и идем туда. И ние взимаме багажа и отиваме на там. Встаем, ждем, как бы все великолепно, но глаз у меня все равно немножко дергается, что-то не так. И всъщност отидохме там, застанахме на гишето, но все пак почвам да се притеснявам. Мы подходим ближе и видим, что это стойка регистрации для инвалидов. Отиваме по-близко и това се оказва гише за инвалиди. И тут стало грустно. И тук ми стана много тъжно. Потому что прошло уже 20 минут, и мы явно не успеем стоять в той огромной очереди. Понеже са минали около 20 минут, и ние със сигурност няма да успеем да стоим в тази огромната опашка. И перед нами пассажиры явно не инвалиды, их отправляют просто на обычные стойки регистрации. И пред нас тези хора, които явно не са инвалиди, ги изпращат обратно към тази голяма опашка. Кира начинает нервничать, я ее успокаиваю, начинаю молиться. Сестра ми започва да се притеснява, аз я успокоявам, започвам да се моля. Мы подходим, я кладу паспорт. Отиваме, слагам паспорта си на гишето. Она на меня смотрит, смотрит на паспорт. Тя ме поглежда, гледа паспорта ми. И тут ей звонит стационарный телефон. И тук ей звонят по стационарен телефон. И она на повышенных тонах начинает о чем-то договариваться, спорить. И тя започва за нещо да спори по телефона, да говори много високо. И попутно мне регистрируют. И в същото време ме регистрира. Я все это время, вот все эти минуты, я стою и молюсь, Боже, вот, ну, пожалуйста, открой сердце этой женщины, през чтобы всичките, я улетела. През всичките тези минути стоя и се моля, Боже, моля се, отвори сърцето и, че аз да се върна вкъщи. Чемодан уехал, я кладу руку, чтобы забрать паспорт с билетом. Багажа ми отиде, а само слагам ръката да взема паспорта си с билета за самолет. Ну, благодарю ее, естественно. Благодаря ей. Она выходит из-за стойки, я еще не успела отойти. Тя минава само, излиза от гишето, аз даже не успях да си тръгна. И она говорит, уважаемые пассажиры. И тя казва, уважаемые пассажири. Это стойка регистрации для инвалидов, пожалуйста, уходите. Това гише за инвалиди, моля ви се, тръгвайте. И вся очередь сзади меня ушла. И цялата опашка след мене си тръгна. Представляете, как это работает? Разбирате ли колко е?
Ну, вероятно. Да, но я думала, что на этом все. Мислих, что твоя всичку. Но нет, я расскажу еще. Ты расскажи още. Мы прилетели в Стамбул. Върнахме се в Истанбул. А там была непогода настолько, что мы задержались лишний час в небе, и было куча отменов рейс. А всъщност имаше много лошо време, то беше много лошо, имаше много облаци, и ние и в небето стояхме повече с един час, и всъщност много полети ги отмениха. Я ехала автобусом, мне это было не принципиально, а вот Кира летела в Софию. Пътувах с автобус, за мен това не е било принципиално, обаче сестра ми е пътувала с самолет за София. Я бы ее одну не оставила, естественно. Аз нямаше как да я оставя сама. Я начинаю молиться, чтобы рейс состоялся. Започвам да се моля рейса, всъщност да не го отменят. Рейс состоялся, но его задержали на 2,5 часа. Той се състоя, обаче го забавиха с 2 часа и половина. Но не было возможности из России зарегистрироваться на Turkish Airlines, там, ну, в связи с санкциями какими-то, и нужно было регистрироваться именно в аэропорту на стойке регистрации. И всъщност нямаше как да се регистрираме за Turkish Airlines от Русия, и ние всъщност трябваше на мястото още веднъж да се регистрираме. А там была та же ситуация, что и в Москве. А там е ставала същата ситуация, както и в Москва. Именно из-за непогоды. Точно заради лошото време. Ну и что? Я отправила Киру ищи, где меньше людей. И спратих сестра ми пак да търси някъде, където има по-малко хора. А до вылета 1,5 часа. До полета има 1,5 часа. Ну, она куда-то пошла, где, ну, вообще людей мало, я не вижу, что там просто мало людей, и она там стоит, ждет. И тя някъде отиде, аз гледам, че там има малко хора, и че тя стои и чака. А по-английски она не бей, не мини кукареку, машет мне рукой. И тя всъщност не говори много добре английски, и тя само на мен ми маха с ръката. Оставляю все вещи, иду к ней и смотрю, она стоит у стойки регистрации для стафа. И всъщност оставям багажа си, отивам при нея и гледам, че тя стои на гишето за став. 2 стойки регистрации, со второй всех людей отправляют. Она стоит и что-то не понимает, что ей говорят. И... 2 гишета, там всъщност всичките ги изпращат да си тръгват, а тя сестра ми стои, нищо не разбира. И я пытаюсь с ней поговорить, спрашиваю, ну как, что нам надо сделать, чтобы нас зарегистрировали здесь? И започвам да говоря на служителката, всъщност какво можем да направим, че да ни регистрирате тук. И она минут, наверное, 10 пыталась звонить кому-то по телефону, договариваться. Тя всъщност 10 минут се опитваше да звони, да се договаря с всички. Там были недоступны телефоны, там прямо гудки слышали, что трубки не брали. И всъщност никъде не отговаряха. Но я начинаю молиться, естественно, что делать. И започвам пак да се моля. Какво още да правя? Вот. И спустя минут 10-12-15 след около 10-15 минут она нас регистрирует. Тя не регистрира. И после нас, и рядом с нами в этот момент всех отправляют на обычные стойки регистрации. Вы и понимаете? След нас, до нас, всички таки спрашивают до нормального гише. То есть это, ну, просто уникальное. Там надо зайти в другую программу, чтобы зарегистрироваться обычно. То есть давай нечто уникальное. Обычно. По принципу, тебе требуется давлеть в другую программу, чтобы не регистрировать там. Киру с ускорением я отправляю на таможенный контроль. С сестрами и спрашивают барзечку до... таможенный контроль? Ну да. Начинаю благодарить Бога и с Божьей помощью уезжаю на автогару, где я уже приезжаю в Варну. И спрашиваю я, и с Божьей помощью отивам до автогара и се тръгвам за Варна. По-другому сказать, как это вмешательство Божье, нельзя. По друг начин, освен намесването на Бога, не мога да кажа. Даже в самих, вот это не мелкие вещи, но даже в мелких вещах просите, стучите. Даже в малките неща, молете се. Ну да, просите обо всем, что вам нужно, и Бог вам даст. Чукайте, да. Молете се за всичко, и Бог ще ви даде. И я верю, что это произошло именно благодаря крещению. Это стало легче мне достучаться до Бога. И аз вярвам, че това всъщност е станало заради водното крещение, че по-лесно ми е станало да се свържа с Бог. Аллилуйя. Аллилуйя.